Добрый день, Сергей Язовский, агентство недвижимости Spine Tour. Посмотрите, в этом доме мы предлагаем вам квартиру. Это район Хуан 23. Что находится вокруг, видите. Все фото и информацию смотрите по ссылке под видео. Также стоимость и так далее. Зашли в квартиру и наблюдаем на входе зал. Да, так бывает регулярно. Но в основном не всегда. Иногда, когда квартиру просто переделывают. Наблюдаем на полу новый ламинат, новый щиток. Полный капитальный ремонт был. Все сделано достаточно аккуратно. Новые двери. Здесь же видим вход на балкон. Туда я не пойду. Вот, видите, балкончик. И так понятно, какой он. Пойдемте пропутешествуем в нашей спальне. Первая спальня направо, метров 16, новые окна, из окон видим наш балкон, соседский дом, какой бюджет, такой объект. Продолжают поступать заявки на недорогую недвижимость. Всю информацию смотрите под видео, по ссылочке. Также найдете стоимость. Смотрим дальше. Еще одна комната. Здесь окно тоже новое. И вид на другую улицу. Видно, да? Так. Район указан в названии видео всегда. Мы всегда указываем место расположения. Если вдруг случайно забыли когда-то, то на сайте тоже всегда указано. Дальше идем по коридору. Налево третья комната. И из этой комнаты у нас виды другое патио. Очень красивое. Видите, какое симпатичное. Какой бюджет, такой объект, друзья. Тоже все чистенько здесь. Посмотрели три комнаты. Понятно, да? Головка, надеюсь, у вас не кружится. Снимаю на iPhone 11 Pro. Думаю, качество хорошее. Прямо по коридору у нас идет дальше типа галерея. Можно назвать также старым балкончиком. Здесь видим котел. Деревянные окна. Немножко тут не доделано чуть-чуть. Ну, это можно договориться. Собственно, их доделает или вы сами можете. Стоимость квартиры очень низкая, поэтому вряд ли на это можно сильно обращать внимание. Дальше видим кухонку. Она как бы идет у нас при повороте направо. Кухонки новая мебель. Вытяжка новая, плита новая. Все новое. Так, да, посмотрели. И в кухне тоже окно достаточно большое для кухни. И тоже смотрит туда же, на улицу. Ну, светло здесь очень. И последнее помещение у нас — это санузел. После полного ремонта, как вы видите, новая плитка. Во всех этих квартирах, в этих районах я вам уже в течение скоро полугода показываю квартиры наши после ремонта. И у них везде, в общем, интерьер одинаков. Понятно, да? Все, выходим и прощаемся. Вернее, говорим друг другу до свидания. Понятно, чтобы вы еще раз поняли, показываю, как идут комнаты, чтобы иметь полное представление. Здесь окно у нас было
на патио, здесь окно на улицу, здесь окно на улицу и зал, в общем, на улицу. Получается, две комнаты на улицу, одна в патио. Вот такая квартира. Пишите заявочки, мы активно работаем и с удовольствием поможем вам приобрести недвижимость. Всего доброго вам!